Всем большой привет, это Хижина Музыканта, меня зовут Раиль, и добро пожаловать на самый подробный разбор песни Лютика из сериала «Ведьмак». В этом видео я покажу не только аккорды песни, но еще и как петь каждую ноточку, которую я спел в своем кавере на данную песню. Ссылочка в описании, а также в подсказках. В своем кавере я обещал разыграть несколько видеокурсов, и я их действительно разыграю, но в конце видео, поэтому досмотри это видео до конца. А мы начинаем, поехали! Когда скромняга Барт отдыхал от дел с Геральдом из Риви, он песню эту пел. Сразился белый волк с велеречивым чертом, эльфов покромсал несчетные, когорты сзади подползли. Хоть это стыд и срам, сломали мне лютню, дали по зубам. Целился тот черт мне рогом прямо в глаз, и тут ведьмак крикнул: вот твой смертный час. Ведьмаку заплатите чеканной монетой, чеканной монетой. Ведьмаку заплатите, зачтется все это, зачтется все это. Поехали, аккорды песни. Аккорд АМ, аккорд Д, аккорд ДМ, аккорд G и аккорд Е7. То есть аккорд Е, но добавляем еще вторую струну на третьем ладу. Это первое проведение. Оно чуть-чуть отличается от всех остальных. Можно взять барре на пятом ладу, мини-барре, и зажать еще пятую струну на седьмом ладу. Вот вам первый аккорд как в оригинале. Если хотите разнообразие, аккорд D, аккорд M, аккорд G и аккорд E7. Все, вступление закончилось. И дальше уже до самого припева пойдут одни и те же аккорды. Аккорд АМ, аккорд Д, аккорд F и аккорд G. Можете при помощи барре взять. Когда скромняга Барт отдыхал от дел с Геральдом из Риви, он песню эту пел. То есть простые проводки с пятой по первую. Пятая, третья, вторая, первая струна. Аккорд D. Четвертый, да? Аккорд G. И аккорд E7. Дальше начинается перебор. То есть дергаем пятую, третью, вторую, третью, первую, вторую, третью, вторую. Аккорд D с четвертой дергаем. Аккорд F, шестая, третья, вторая, третья, первая, вторая, третья, вторая. Аккорд G. Сразился белый волк с велеречивым чертом, покромсал несчетные когорты. Продолжаем, даже перебор чутка меняется. Играем пятую, вторую, четвертую, первую. Это на аккорде АМ. На аккорде D четвертую, вторую, четвертую, первую, четвертую, вторую, четвертую, первую. Постоянно так. Аккорд F. Дергаем шестую, вторую, пятую, первую. И на аккорде G тоже. Сзади подползли, хоть это стыд и срам, сломали мне лютню, дали по зубам. Целился тот черт мне рогом прямо в глаз, и тут ведьмак крикнул: вот твой смертный час.
Сейчас покажу, какая мелодия поется в голосе, прямо нотка в нотку, чтобы вы могли ее играть на своей гитаре, эту мелодию, и подстраивать голос. Это будет образец идеального звучания, и вам голосом надо попадать в эти ноты. Первая фраза звучит таким образом. То есть нота ля, второй лад третьей струны, первый лад второй струны, открытая вторая, второй лад третьей струны, открытая третья и снова закрытая на втором ладу. Когда скромняга бард отдыхал от дел. Вторая фраза прямо с до. То есть до, си, ля, соль, ля. Дальше третий лад второй струны. Открытая первая. И спуск до си ля. С Геральдом из Риви он песню эту пел. Дальше третий лад. Первый, третий. И слайд с третьего лада на пятый. Сразился белый волк с велеречивым чертом. Эльфов покромсал несчетные когорты. Сзади подползли, хоть это стыд и срам. Сломали мне лютню, дали по зубам. Целился тот черт мне рогом прямо в глаз. И тут ведьма крикнул: вот твой смертный час. И тут начинается припев. То есть задержались на аккорде G. Аккорд E. Еще раз и припев. Аккорды в припеве. Аккорд АМ, аккорд Е. По одному удару на все аккорды. Аккорд С, аккорд G и аккорд АМ. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх, вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх. Еще раз. Заплатите чеканной монетой, чеканной монетой. Ведьмаку заплатите, зачтется все это, зачтется все это. Начинается второй куплет. Перед этим можно сыграть такую вставку. То есть четвертая струна на втором ладу. Делаем пул-офф, то есть срываем. Потом играем третий лад пятой струны, второй лад и открытая пятая. Или срываем с третьего лада на второй и пятую воспроизводим. А второй куплет полностью играется боем восьмерка. Вниз, вниз, вверх. Вверх, вниз, вверх. К чему эта вражда? Никак я не пойму. Она защищает, так налетишь ему. Ведьмаку заплатите чеканной монетой, чеканной монетой. Здесь уже играем бой восьмерку в два раза быстрее, чем обычно. То есть вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, 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 вверх. Обычный бой. Расслабьте руку, играйте вот двумя сторонами ногтей, то есть ногтем указательного вниз, ногтем большого вверх. Играем бой пополам, то есть делим на аккорд АМ и Е. Пополам по два аккорда на один бой получается. Аккорд АМ вниз, вниз. Вверх, вверх, вниз, 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 вверх. Аккорд С вниз, вниз,
аккорд D. Вверх, вверх, вниз, 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 сверх. И аккорд АМ. Полностью. И еще раз. Два раза. Начинается припев. Поехали. Ведьмаку заплатите чеканной монетой, чеканной монетой. Воу. Ведьмаку заплатите, зачтется все это, зачтется все это. Воу. Ну а теперь подошло время узнать, кто же стал обладателем моих видеокурсов. Прямо сейчас разыграем их. Поехали. Итак, вот мой кавер на песню Лютика из сериала «Ведьмак». Копируем ссылочку. Под этим самым видео надо было оставить комментарий, подписаться на канал и поставить лайк. Кстати, смотрите, какая кнопочка у меня появилась. Называется «Спонсировать». Попробуйте нажать, изучите информацию. Тут все я уже расписал. Короче, 1729 комментариев вы оставили, что очень... солидно. Спасибо каждому, кто активно отвечал на вопросы, переписывался. Это очень-очень важно. Переходим на сайт Uncle Group. Вставляем ссылочку на наше видео. И сейчас определим победителя видеокурса «Король аккомпанемента». Поехали! Рандомайз. Итак, он ищет. Сайт все ищет, ищет человека, который... Окей. Окей. Победителем видеокурса «Король аккомпанемента» становится Никитар 2D. Ну что, Никитар 2D, тебя поздравляю. Напиши обязательно мне ВКонтакте, я тебе вышлю курс, потому что я сам не смогу тебе написать через твой канал. Хотя ты тоже тут что-то снимаешь, и, в принципе, если есть ссылочки, я с тобой свяжусь. Но их нет, к сожалению, поэтому напиши мне сам. И вот здесь есть кнопочка «Обновить». Сейчас разыграем видеокурс по вокалу. Учимся петь легко. Итак, сайт ищет того самого счастливчика. И им становится... девчонка под ником Каваи Котя. Ее я знаю, она активный подписчик, что в Инстаграме, что на Ютубе комментирует... отвечает на вопросы под каждым видео, за что ей большой респект. Удивительно, как все совпадает. Она как раз хотела бы выиграть вокальный курс, и мы ее как раз разыграли. Очень круто. И третий курс «Освоим гитару за 7 дней» получает человек под ником. Сейчас узнаем, каким. Макс. Чувак под ником Макс получает видеокурс «Освоим гитару за 7 дней». Как раз все идеально совпало, он самоучка, 3 недели всего лишь играет. Дорогие друзья, спасибо вам за просмотр. Если понравился разбор, очень старался его сделать максимально подробно, чтобы и вы исполняли эту песню с душой, классно, чисто и красиво. Ставьте лайк, набираем 1005. Давайте попробуем набрать 5000. Я выпускаю следующий разбор. Не знаю, на какую песню, на какую вы пожелаете. Поэтому в комментариях напишите, какие песни сейчас в тренде, какие звучат очень интересно и стоит разобрать. Ну а я с вами прощаюсь. До скорых встреч. Пока.